Федеральная резервная система США оставила без изменений базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых. Об этом по итогам заседания комитета сообщила глава ФРС Джанет Йеллен. По ее словам, рост экономики идет в умеренном темпе, расходы домохозяйств и инвестиций бизнеса в основной капитал увеличивались незначительно. Также Йеллен отметила, что ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, безработица снижается. Уровень инфляции остается ниже прогнозируемых показателей. ФРС это частично обусловлено снижением цен на энергоносители и на неэнергетический импорт. Инфляция продолжается, но она ниже ожидаемой на 2% и частично отражает снижение энергетических и импортных цен. Мои коллеги и я по-прежнему ожидаем, что действие этих факторов на инфляцию будет временным. Тем не менее, дополнительное снижение цен на нефть и дальнейшее укрепление доллара означает, что это займет немного больше времени, чем ожидалось. Соответственно, комитет надеется, что инфляция будет оставаться достаточно низкой в ближайшие месяцы.